праздничного всем настроения. Все мужчины в глубине души любят оружие. И в настоящее время их природный воинский инстинкт перешел с реальных полей битвы на виртуальные. Лучно-арбалетный тир может стать главным развлечением как на небольшом празднике, так и на крупном мероприятии. Такое оружие нынче редкость. Его все чаще можно увидеть в музеях и антикварных магазинах. Олег Слащев закупил старинное оружие в Казани, чтобы оборудовать уссурийский тир. Здесь можно полностью окунуться в атмосферу Англии 12 века, одеть особую одежду и, собственно, пострелять как детям, так и взрослым. Что есть силы, натягивай и приподнимай вверх. И опускай. Повар, художник, дизайнер Олег Слащев долго обдумывал бизнес-идею. Родные друзья поддержали. Тир функционирует как стационарно, так и на выезд. Сейчас Робин Гуд разворачивает лагерь в районе Сахпоселка. Особо рады этому, конечно, дети. Организаторы хотят сделать подобный вид развлечения семейным отдыхом и открыть в городе спортивно-стрелковый клуб. И нажимай на курок. Вот так вот. Безопасность – отдельный вопрос. На такое стрелковое оружие не нужно специальных разрешений. На охоту с таким не пойдешь. Сила натяжения этого арбалета, например, до 43 килограммов, в то время как охотничьего – от 80 до 120. Но выбирая пространство для стрельбы, нужно все-таки быть осторожнее, чтобы случайный прохожий не попал в зону обстрела. Взводится арбалет очень просто. Вот. Ногой, если это в поле, то ногой наступает... кольцо, вот специально, и тетива натягивается до щелчка. Есть целик, есть планка, которую регулируется то же самое, что и с любого стрелкового оружия. Единственное отличие – это стреляет стрелами. Такое развлечение будет уместно на корпоративе с выездом на природу, детских праздников и даже в свадебный день. «Стрела Купидона» – так называется программа, где молодожены смогут попасть прямо в сердце своему избраннику. Конечно, не в прямом смысле. Выстрел зависит от тетивы. Если она в исправном виде тетива, то есть из ниток состоит, ее протирают воском, чтобы она была эластичная. Вот. И, естественно, чтобы были пристрелены, отрегулированы мушка и планочка. Стрелы арбалета еще называют болты. Обычно они толще и короче лучных. Арбалет, как правило, превосходит обычный лук по точности стрельбы и убойной силе. Сейчас современные образцы этого оружия используют спецназ при определенных задачах. В тире Робин Гуд отмечают, что из простых посетителей это метательное оружие чаще предпочитают женщины. Когда пришел к нам тир, мы его установили. Мужчины, все, стрельба, интересно, все такие снайпера. Мы взяли арбалеты, луки и давай стрелять. И в результате у нас было сюда, 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 вот так вот. Я подошел к своей супруге, говорю: «Леночка, стрельни с арбалета». «Не хочу я, не люблю стрелять, не хочу». «Мы же сейчас будем работать, ты как бы хоть подержать должна». Взяла, подержала. Взяла арбалет, прицелилась, стрельнула. И потом мы уже посмотрели, что мы просто говорим: «Лена, стреляй», потому что она выбила все десятки. Я говорю: «Ты стреляй, а мы пойдем чай попьем». Стрелковый клуб планирует принимать детей с 10 лет, поднять уровень развития стрелкового спорта в Уссурийске и соревноваться с клубами других городов. Одна из задач робингудовцев. Помните, как в сказке «Царевна лягушка»? И пустил стрелу Иван-царевич, и попала она в болото, где и поймала ее лягушка. В сказке, конечно, заканчивается все хорошо, а вот в жизни может быть все совсем по-другому. Так что цельтесь в самое яблочко и радуйтесь своим победам. Пока! Десятку.